специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная весенняя покупка. Скоро Пасха, мы будем активно готовиться. И, конечно же, будем приглашать к себе гостей. Вот пусть наши гости придут к нам домой и ахнут от такой нежности и красоты. Больше весенних красок, больше добра, тепла, объема, света и радости. Вот что мы решили воплотить в этом прекрасном комплекте портьер. Мы сделали его исключительно для кухонного пространства, где у нас творятся чудеса. Магия, да, хозяюшки готовят вкусные блюда, магия общения всегда. И в приятной, красивой обстановке получат это сделать гораздо лучше. Поэтому сегодня на вашей кухне цветут шикарные розы. Они сложены сердцем, посмотрите, это воплощение любви. Ну, конечно же, мы добавляем сегодня скатерть. Я рекомендую вам сразу положить в корзину и скатерть тоже. Мы создали единое гармоничное дизайнерское решение для вас. Но кухня это сложная, Оленька, функциональное пространство, и тут надо позаботиться о ткани. И поэтому я выбрала габардин, один из самых простых материалов в уходе. На кухне грязь с жировыми частичками, сложно отстирать. А габардин можно отстирать даже на холодных режимах. При этом он останется в своей яркости, он не потеряет плотности ткани, и вам хватит таких штор на долгие годы. Ну, можно и в городскую квартиру, можно и в загородный дом. Где вам хочется создать уюта для себя? Там и создаем. И шторы, смотри, с говорящим прям названием «Притяжение». Ай, как красиво. Они притягивают своей нежностью, красотой и реалистичностью. Мне кажется, наша студия сейчас прям благоухает, да, ароматом этих шикарных роз. Вот этот цвет называется розовый. Еще у нас есть коричневый оттенок. Если у вас шоколадного оттенка кухня, почему бы и нет, и не присмотреться именно шоколадному оттенку. Так, смотрите, еще у нас есть фиолетовый цвет. Вот, то есть, смотрите, разнообразие по цветам велико. Цена действует только сегодня, 1799 рублей. Цена действующая только сегодня. И это самая выгодная покупка только одного дня. Скидка 57%. Друзья, максимальная экономия, которая действует только сегодня. В комплекте вы получаете сразу две портьеры. Размер каждый 145 сантиметров. Это ширина. А высота у нас 160 сантиметров. Так что, друзья, звоните, заказывайте нежность, уже впустите яркие, нежные оттенки лета в свой интерьер. Так, вот еще очень важный момент. Смотри, как все-таки по дизайну подобрать для кухни шторы. А вдруг многие скажут, не-не-не, мне розочки не подойдут. Оленька, здесь крупные цветы, поэтому подойдут и впишутся в любой интерьер, будет стоять там буквально как неувядающая ваза с цветами. Всегда воспринимаются цветы, всегда легко и очень хорошо вписываются в любой интерьер. И еще мне очень нравится, что кухня становится, ну вот как цветущий сад, как будто ты на природе готовишь. Совершенно другое ощущение, такое вдохновение. Поэтому обязательно наполняйте свой дом цветами. Розовые розы – это еще и символ любви. Они привлекают положительную энергетику. Столько в них женственности, нежности. Они создают романтичное настроение в вашем храме, где вы готовите. Я все время хочу назвать это именно так, потому что там хозяйка-творец. И чем она чувствует себя более вдохновленный, тем еда вкуснее, тем настроение на кухне лучше. Я думаю, что с таким набором обязательно добавляйте скатерть, завтраки, обеды и ужины превратятся в праздничные. Конечно. Ну и представьте, как вы со своей семьей будете собираться на кухне, да? А совершенно по-другому будет вообще все казаться на вашей кухне. Атмосфера такая нежная, благоухающая. Чувствуете аромат этих цветов? Друзья, вдохните эту свежесть, вдохните цветочный аромат, и так же будет у вас на вашей кухне. Совсем скоро будет Пасха, к вам приедут гости, они ахнут от такой красоты и тоже захотят такие шторы. Друзья, всего лишь 1799 рублей за комплект настроения для вашего интерьера. Это цветы, которые всегда будут вас радовать и никогда не завянут. Надо брать, цена только сегодня действует. Так, еще смотри, вот я, например, на кухне шторы стираю гораздо чаще, чем шторы в комнатах, потому что там, сама понимаешь, пыль-то такая другая, жирная, ее надо отстирывать почаще. Можно ли будет стирать часто такие яркие шторы? Ничего ли с ними не произойдет после стирания? Да, Оленька, кухня – это, правда, сложное функциональное пространство, и там не просто пыль, а пылинки с жировыми частичками, которые, как правило, оседают на портьеры, и потом хозяюшки расстраиваются, как я буду это все отстирывать. Вот именно поэтому я обратилась сегодня именно к габардину. Эта ткань очень легко отстирывается. Это полиэфирные волокна с саржевым диагональным плетением. То есть именно такое прочное, крепкое плетение, кстати, придумывал Томас Бёрбери 150 лет назад, как уже
уже давно, да, и пользуется, конечно, большим спросом именно на кухонном пространстве. Отстирать легко в машинке на 30 градусах. Вот буквально даже от сложных, может быть, ягодками там ручками прислонил ребенок, ягодными, шоколадными, отстирывается легко. При стирке ткань сохраняет свою форму, не искажается полотно, а главное, розы остаются в своем цвете, они не завянут, они не потускнеют. И даже если вы повесите на солнечную сторону с яркими прямыми солнечными лучами, благодаря современной фотопечати рисунок остается вот таким насыщенным. Очень красиво. Очень красиво. Ты знаешь, вот я сейчас представляю прям этот комплект и у своей мамы тоже, да, вот на кухне. Кстати, друзья, в комплекте вы еще получаете подхваты. Если вы думаете, ай, может быть, все-таки длинновато, мне не подойдет, вы всегда можете присобрать шторы вот так вот, вот нашими подхватами, которые тоже идут в комплектации. И, соответственно, у нас будет уже укороченная вариация, то есть для любых окошек кухонных идеально подойдет. Вот у мамочки моей, да, вот у нее красная кухня, она использует темно-красные такие шторы. Знаешь, все-таки пространство съедается, кухня и так небольшая, тут еще. А вот такие свежие, светлые тона, они прям расширяют пространство. И, друзья, еще раз хочу обратить ваше внимание на это благоухание цветов. Такой реалистичный принт. Юлечка, хочу тебя быстренько спросить. Скажи, пожалуйста, как прорисовываются лепесточки таким образом, что создается эффект натуральных роз, как? Да, реалистичность здесь, ну, просто поражает. И вот четко прорисованные цветы на переднем плане, а задний фон размыт, видишь, и рождается оптическая иллюзия. Цветы как будто сейчас начнут просто издавать аромат, и мы его услышим. Настолько это ярко. А еще вы такие портьеры можете поменять местами, и тогда сердце превратится вот в такое обрамление, как в багеты. То есть это еще и трансформеры по дизайну, можно немножко пофантазировать. Конечно. Итак, в комплекте вы получаете две портьеры 145 на 160. 60 сантиметров. Стандартная у нас здесь пришина, как она называется? Штурная лента. Штурная лента для всего подходящего. Совершенно верно. Для крючочков, крючочков, крючков и для штанги. Отлично. И подхваты тоже в комплектации. Бежевый цвет вы сейчас видите на экране. Еще у нас есть розовый, бордовый и шоколадный. Выбирайте для себя, для своего интерьера. Да и просто для настроения, чтобы каждое утро, заходя на кухню, вы говорили: «Мне так хорошо, никуда уходить не хочется».